Шарм-эль-Шейх, наверное, один из самых популярных курортов Египта, который расположен на берегу Красного моря. Сюда приезжают за жарким солнцем, белоснежными пляжами и, конечно, невероятно красивым подводным миром. Тысячи дайверов ежегодно приезжают сюда, чтобы погрузиться с аквалангом на дно. Ведь ни для кого не секрет, что Красное море с его глубинными красотами – идеальное место для подводного плавания. Именно здесь состоится грандиозное финальное шоу. Но не будем забегать вперед, ведь сегодня конкурсанток ждет очень важный этап конкурса – это выход в эко-платье. Каждая девушка должна была подготовить экологический костюм, то есть костюм из материала, который уже был использован. Это целлофан, фольга или металл. Или биологического мусора – ветки, листья, кора дерева или шерсть. Этот материал называется пинофол. Этим материалом при строительстве звукоизолируют стены. Да, он такой симпатичный, снаружи серебристый, снутри беленький. В нем дико жарко. Как ты себя чувствуешь? Я стараюсь не шевелиться, чтобы лишний раз это меня не касалось. Я такая, как в микроволновке внутри. Я сейчас себя курочкой-гриль чувствую. Каждый знает, что такое Кока-Кола. Я хотела этим сказать всему миру, что нужно такой мусор, который естественным путем не разлагается, специально перерабатывать. Я выбрала этот материал. Это рентгеновские снимки, на которых изображены совсем маленькие дети и какие-то серьезные заболевания. Этим костюмом я хотела донести до людей очень серьезные проблемы. Мы делали этот наряд вместе с моим национальным директором. Целых 3 недели, пришивая один за другим. Для членов жюри основным критерием победы был не только сам наряд конкурсантки, из чего он сделан, и само исполнение. Важен посыл, то, что девушка хотела сказать этим выходом. Это очень важный этап, потому что победительница в номинации «Эко-платье» автоматически проходит в топ-20 финального шоу. Экологический выход очень важен для нашего конкурса и очень важен, в частности, для меня. Победительницей в номинации «Лучший экологический костюм» стала представительница Индонезии. Ее платье полностью сделано из дерева в традициях индонезийского народного костюма. Я просто не могу поверить, потому что у всех девушек были прекрасные эко-платья. Я немного в шоке, но я знаю, что каждая, кто сегодня выходила, победительница. После очередного конкурсного этапа девушки отправились отдыхать. Ведь уже завтра начнутся репетиции для финального шоу.